Густой столб черного дыма напугал сегодня жителей микрорайона Черемушки. Сначала показалось, что загорелись склады шинного завода. Но, как рассказали в краевом МЧС, на территории вспыхнула нелегальная свалка. Огонь охватил 50 квадратных метров, был риск распространения на ближайшие здания и автомобиль, но спасатели этого не допустили. На место приехала экологическая лаборатория, чтобы проверить качество воздуха. Превышений по вредным веществам не зафиксировали.